Главная задача сотрудников МЧС – защита населения от чрезвычайных ситуаций. Но есть среди высокопоставленных чиновников-спасателей и те, кто считает, что защита интересов родного ведомства в этот перечень не входит. Экс-начальник одного из отделов Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Мордовии Евгений Даняев оказался как раз из таких, считает следствие. По данным следствия, в 2019 году между министерством и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на сумму 1 миллион 837 тысяч рублей на ремонт пожарной лестницы. По результатам проведенного ремонта фигурант уголовного дела при осмотре и диагностике пожарной лестницы выявил недостатки. Однако, несмотря на это, он подписал необходимые для оплаты документы, включив в них сведения о якобы надлежащем исполнении контракта и проведении ремонта. То, что Евгений Даняев воспользовался служебным положением в корыстных целях, выяснилось, когда ведомство подало в суд на фирму «Алмаз». Главное требование иска – устранить недостатки в ремонте автолестницы, которым компания и занималась. В рамках госконтрактов по ремонту ведомственной техники, между прочим. Кстати, последствия удачной сделки, а точнее неудачного ремонта, до сих пор не устранили. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Мордовия. Мужчине предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Арина Млешкина, «Наши новости».